что меня вообще не погружает. Т-55 пробивается на вылет. Понятно. Ну, у него, видимо, моделька повреждения такая тупая, слушай. А надо еще и два танка. Блин, это ж плохо. Едем, едем в далекие края. В соседнее село на дискотеку. Давай, запускай. Все. Едем, едем, сга, даже угнал. Папе на победу. Едем, едем в соседнее село на дискотеку. Кто у вас кросс? Давайте, голос на звонок, я вас решу. Ой, давайте. Так, встаньте вместе. Я позадачусь, когда чекаю, кого убью. Того убью. Кто ты стрелок будет? Любит. Давайте, ДВ-20-43. 20-43? Сейчас. 43. Ты стрелок или водитель? Чек. Даже не знаю, что тебе это ответить сейчас. Игру-то включу, вот. Какая КВДВ-45? 43, я сюда не сказал вроде бы. Или какой он сказал вообще? Кто в танке? КЗ. Поехали, танк, куда едем? А, уже выгнул. Все-таки 43. Высунуться можно. Так, куда я? Вали, короче. Нам на север, строго на север, короче. Еще раз 43, да, там? Ай, погнал, шакал, да, 43. Азимут 43? Или куда? Чем было на полу? Это ДТВ, это ДТВ. А нам строго на север. Азимут. 0 на дыр. 0 на халям еду. Да у меня тут досят постоянно. Забрали в жопу. Кто его знает, есть подозрение там на одного типана. Забанено? Да там айпишники постоянно меняются. Там на 80-й порт по 35 тысяч, по 100 тысяч запросов. Закрыть это делает, а другое никак. Ну, как там сайт. А, сайт у тебя. Да. В принципе, Engines там настроится. Запросов много не принимал, вплупливал. Ходит статью, я читал. С этим с задержкой же есть, там это выдает. Там типа два убийства, к примеру. Два убийства. На форуме у них же там задержка, когда там быстро идет, там такое, подождите, ждите. Ждет, 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 потом выдает. Ага. То есть там скрипт. Ты мне говори, что куда. Какой-то висит. Да прямо, прямо. Там еще ехать, я даже не знаю. Я нашел, там, по-моему, есть фигня, типа, он количество запросов в секунду, если превышает, он его, короче, это, отбрасывает, больше не принимает. Нам 5 километров ехать, поэтому... Да? Да. Алло! А я пока с прицелом разберусь, я уже забыл, как он здесь работает. Там сбросить надо. Не, на Т-55 не другой прицел. Держите дистанцию между танками, пожалуйста. Саня, отъедет нашего. Теперь понять, какая сетка, как у МБК. Это... Наша задача, первая задача, занять Ширик. Ох, или как его там? Ширк, и он сейчас правее нас. Говорят, мы против евреев. А мне высунуться нельзя. Сейчас я высунусь. А, не время? Высунулся? Нет у меня такого. Куда стоит? Да ладно, знаешь? Да пофиг, Паш, пофиг. Вот, это так. Я против евреев лично. Обзор-то, конечно, оно увеличивает. А, против Израиля. Но... Я хочу добавить одну можно. Водили было двигать оптикой влево-вправо немножко. Че, оптикой? Да. Ну, это как будто отклоняется. А, понял. Стабилизации нет. Что творишь? Меня выкинуло...
добраться. А уже городишко видать. Айна, прямо дальше. Прямо, прямо. Яма КВ. Сгорим, сгорим. И ты что? Алло, привет. Я на ДВ. Все на ДВ? Все на ДВ. Нет, нас нету. Все на ДВ, но все молчат. Только Аздоник. Алло, прием, это не ДВ. А ну, прием, школа ремонта. А, вот ДВ нашел. 290? Нет. Нет, нет. Так, не двигайся. Давайте вперед, на север. Камень, камень, фу, я уж пересрался. Давай вперед. Осмотреть, что ли? Ну давай осмотреть. А то они в городе, может, уже снят. Так, это что? Это танк, что ли? Кто стрелял, Аздоник? Твои, что ли? Назад потихонечку сдай, чтобы мне прицелом... Что сделать? Назад потихоньку сдавай, чтобы мне прицелом... О, все, стоп, 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 стоп. Аздоник. Так, как тут дальность померить? Аздоник. Да, да, да. Так, 250... Я не знаю. 208. Билл, попадать на пулемёт. Она, по-моему, долго. Я не знаю. Сейчас узнаем, что это за хрень там. Начал его испугали, он достал. Ой, лол. Да. Ушла? О, да, по нам. На стену. Стой. Шевелись, я сейчас залп еще один сделаю. Экипажи танков, выставьте себе метки, пожалуйста. Красный, прием, марта. в городе контакт. Назад. Полный назад. Обратно в ширке? Стой. ПЗ, а я не двигаюсь. ПЗ, ширки контакт. Да, впереди, который у нас город, первый, там танк стоит. Ух ты, рядом! Следующий в нас. По нам попал. Я стою сзади, я вообще. Уходим, лепит назад, уходим, полный назад. Я подеваю, я метку можешь? Ой, мы еще хуже стало. Стой. Метку на танк сейчас, да, попробуем. Лепит, ищи дырку куда скрыть. Вот, по-моему, дырка. То есть вы стреляете назад, да, по сути? А, вижу метр. У противника же Т-55 есть трофейных, кстати говоря. Помните об этом. Как вы выключили? Вроде не должны видеть. Зоник, ты как, видишь, нет? Да, вижу. Нет, не вижу. Ничего, сейчас под метками определяю. Ага, хорошо. Короче, по нам кто-то стрелял, я дал залп, не знаю, выбил, не пойму. Можем вот здесь с бачка попробовать выехать. Он уехал, от меня он заскопал. Да, давай попробуем. А три там на север, этот... Красный мир. Север, да? Да, да. Кровать стоит, да? Ты... Блин, нет отдаления здесь. Так, здесь холм идет очень долго. Давай-ка здесь наверх можно уже вкатываться. Вон там еще сбоку всякое говно. Пожалуйста, все экипажи техники, поставьте на себе красную метку. Метка на карте. Меток не сейчас... видно. Поставьте на сейчас... дополнительный карту. Кто едет в эту на точку едет? Да, я тут понял. Может, по нам долбил свой танк? Ты видишь? Прицелиться можешь? Целиться? Ну, а я имею в виду, пушка опускается. Зона обстрела. Нет, нет. Стой, вот я понял, где мы. Сейчас могу попробовать накрыть, я нашел. То, что... А нам бьет уже? Я развернусь. Да. Перед ком. Уходим. Кому стрелять? Я на себя красную метку поставил. Кто сейчас стрелял? Я ПЗ стрелял, и по мне стреляли. Может, мы наконец-то дождемся от тебя метку на врага? Синяя метка на врага примерно стоит, не знаю, там город, дома, у меня на карте этих домов нет, я не могу вообще понять. Что... Давай, сейчас выкатываться буду и стрельнешь. Да.
принципе, из-за укрытия можем стрелять нормально. Да. Еще. Так, я потерял. Прям перед нами должен быть. Я не вижу, честно. Прям вот эти, да, уже там тут. Давай высунусь и вперед. Рады. Да мне показалось, там летело. Ой, стой. А он перезаряжается. Да. Только я, у меня кону не хватает. Слушайте, я его опять потерял. Вижу. Ориентировался, окей. 7, азимут 7. Сейчас надо, чтобы он выстрелил по нам. Может, это, конечно, не он по нам должен. Вижу врага, стреляю. Сейчас по нам. Давай, поехали. 25. Аж как видно будет. Угу. О! Так... Сколько примерно метров? Не знаю, не что. Дергается танк. Надо чуть-чуть сдать. Я вижу, встретился с камнем, только я вижу. Это нормально, фугасами по нам бью бесполезно. Стой, все нормально. У них уже быка нет. О, еще чуть-чуть. Я развернусь перед ком. В опасности меньше было. Броня потолще. Чуть не выстрел. Сейчас, по-моему, будет прямое попадание. Есть. Только что-то не горит. Он боком стоит. А наш там бьет как куда-то ниже. А посмотри на 15-17 градусов на горе, на самой верхушке. Там просто здание. А вот да, я на него смотрю. Слушай, это как башня торчит там. Даже башенка торчит. Башенка. Строение, понятно. Так, 200. Нет, это танк там. А, танк? Все, второй тратит, давайте ближе подъедем. Сейчас попробую садиться. Ой, как он прыгает, снаряд. Перелево. Да, это бесполезно к нему убить, он в укрытии, короче, ничего не сделает. Там тот танк мы выбили, скорее всего. Мы можем чуть делать. Сейчас поехать прямо на него, на 12, на этот. Не на 12, на 22. Сейчас я рацию бабла. Прямо туда, прям скакнуть. И в упор подъехать расстрелять. Как ты думаешь? Который? Вот тот, который на... 22, который. Далековато, да, ближе. Поехали. На холме. От меня. Это мы, возможно, еще. Едем рашить на 20, на 20 едем рашить. Вот камень накладывает прямо. Вы нет, смотрите. Я репетируюсь, но буду смотреть, что по наводке. Ладно. Автонаводки нет, поэтому не попадут. По нам газ летает сзади. Ох, ладно. Да. Откуда? Не вижу. Сейчас в оптику буду смотреть. По нам фугасы бьют, смотрите. Мы едем по чистому. Я пока фугасы не заберу. Нам капец. Да. Достали. А кто достал? Интересно. А, вон смотри, где спиттер метка. Блин, мне тоже надо было фугасами по вашему танку стрелять.
Это два попадания и ни хрена вы. А добивай, да, это бьет по нам Обикс. Обе фикс. Ну и тут, по-моему, мы на него ехали, да? Да, есть подозрение, что мы потом. Ну я не видел, кстати, пушку, я видел башенку из этого укрепления. Я не видел пушку саму. Короче, сейчас по критике допишу, будет более бодрая интеграция. И тут. Нас уже забивает. Снаряды у М60 вообще никакие. У вас фугасы просто. Да, они те же самые снаряды. Нет, там по нас, брали. По нам еще ни разу не попадали. У вас на лбу две дырки были. Мои. Понятно. Я кочегар, я в борт долбанул бронебойного. И тоже ни хрена целый. Он еще по нам долбит вон. Продолжай. Да, слушай, ну точно так. У меня прицел и быстро. Нету ДНР. Ну и перезарядка быстрая. Да, очень быстрая перезарядка. Так и башня большая, удобно. Давай критику. Чуть-чуть мы не успели доехать, зубом там, наверное, уже скрылись. А надо было не вихлять, надо было просто ехать. А я не знал, я как раз пытался сбить его в плане того, чтобы корректировка длины, когда подвижущийся в бок. Да. А у них нету такого, как на 72, у них чисто пистолетки. Не, ну даже так он бы стрелял, ему приходилось перенаводиться. Если бы я в бок ехал, видишь, я вперед поехал, у него шансов больше было попасть. У нас-то фугасом выбило, как я. Не, ну как меня выбил. Люк открыл, пока пересаживался. Да нет, ты посмотри, да, открыл. Слушай, а у них вообще мало осталось? Да три всего лишь было. А, всего три было? Да. А у нас сколько было? Четыре. Убили кого-то. Кочегара. Как они фугасом? А вот походу они только фугасом пробивают. Да. А кто по ним долбит? Обикс, что ли? Да, он один там, по-моему, рашит. Да он вообще там учится. Нагибает. А Варен вообще там. Главное, Милоса не убила, а меня убила. Нормально. Это, наверное, микродом будет. Вот да. Они похоже даже не знают откуда. Ну родной, ну понятно. Номер ты убрал в М60. Ну потом уберу. Нет, ну у него сейчас нету его. А, ну ладно. Еще как модификацию из тепловизора и просто. Они еще с теплоком? Нет, отключен. Да. Ну он выключен, да, наверное. А вот так есть. Я модификации хотел действительно сделать. Так, все скрылись из обзора. Паша, надо уже тогда делать эту войну на М2, а не на танках открытых причем. В смысле на М2? На хамбиках. Да. Из оружия только пистолеты и вот это М2-шное оружие. Кого убили там? Кто на гору въехал? Вилос бежит за спидером. Назад! Ну ты чё? Ёб стыды, фаровый! Ты чё? Ёбаный в рот! Давай, ты нахера туда-то поедешь? Ну, встань! Да мне попало, мне развернуло! Сколько ему? Да. Все так умирают. Да, блин, я уже знал, сколько ему. Вот перезарядиться осталось, остановиться один раз. Все, я в них попал.
Все, я все, вот блядь, да не все, как прилетело. Похоже, бронебойный только 1700. Да ты нахера вперед-то, там пробить? Танк еще один был. Надо было назад за пригород. Что ж, такой точно этот лорен, блядь, пиздец. Извиняюсь. Он же... Мы только выкатываемся, тух, перед нами снаряд. Я такой обратно, меня где-то метров, ну, 200-400, да? Начали? Только появится тух, да, сразу. Ну, что за пипец происходит? Зато по нам стрелял криво достал. Да, мы долго держались. Да. На голом поле. Ну, можно было, но... Вопрос, да, по какому первому прилетали начали снаряды? По красным. Так, нашли два одиночества. Так нет. Это понятно, что по красным. По кому? По какому танку? Ой, все. Ой, по какому, по какому? По такому. Давайте, давайте, убейте повара. Сейчас выйдет из горят. Что же я убью? Там один экипаж остался. Ты еще собеседуешь. Он уже, по-моему, убивает их. Подбитый? Пока нет, но он знает их. Они-то не знают, где он. Ой, зря. 402-500 будет. На, им прям очко. Оп. Опа, им попало. Им попало. И никто не пробьём. Перелёт. По башне. Ну, хоть передом бы развернулись. Кого-то убило. Кого-то убило. Или ранило. Да Обик стреляет, что ли? Наверное. А что-то у них, по-моему, башня сбилась, да? Да нет. А, нет, вижу. Там, кстати, смотрите, боеприпасы кончаются. Ой, как близко было. Я стрелял из кумулятивных 6 штук, и они заново. Я. Все. О, все. Не уедет. О, я даже сказал, прям в меня летит. А пушка стоит. Так, из черных. А что, миссия не рубила? А там еще живые люди. Тут и так может, потому что один танк остался, может ваша выйдет. А, трупы, все. Тут проверка только на танк идет. Ну все, значит, трупы.